Привет, друзья! Это снова видео про Station 922 МКВ, потому что я плагиачу самого себя. Так вот, я, пожалуй, прочитаю историю. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Принимай работу, начальник, а я каточку в World of Tanks. Шутка, я не остановлюсь, даже если найду 20 скриншотов, так же как и вы. А ну да. У меня в папке как раз 131 фотография, поэтому все-таки World of Tanks. Шутка, я дорасскажу вам все до конца. Видео никогда не было, потому что палочник улетел на розовом слоне, и автор не успел его заснять. Передаю от автора истории про видео пошел нафиг. А пока еще раз скажу, что автор вот этого видео тоже вас посылает нафиг. Он видео перевернул. Рабудай, 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 пау-пау тудай. Также есть видео из Самары, где палочник забирается на крышу, но я его не покажу, потому что автор запретил мне его показывать. Так что обойдетесь. Кстати, фотографии были сделаны в Перми, а не в Москве, как в истории. На улице Веселая, дом 1. И сейчас вдруг все школьники из Москвы заплакали. Также есть много другой фигни с палочником, но я ее не покажу, потому что фигня она на той фигня. Лучше посмотрите на скример. Я знаю, как ты обосрался, я ведь предупреждал вначале взять туалетку. А ну да я не предупреждал. Ну ладно, при монтаже исправлю. А ой, опять забыл. А еще есть какая-то пиписька с названием Station 922 МКВ, но там поезд. В принципе, на этом все, и если ты социалист, довольствуйся этим.